Можно сразу еще одно сделать. Испытание? Ага. Фига, ты сегодня такая дерзкая, наглая. Только просто не сильно сложная. Ну иди сюда, ко мне налево. Я не вижу просто, что там за испытание. Ну, нормально, в принципе. Легкое. Ведро дырявое. И что? А там рыба внизу. Нет, там тоже бабайки. Так, я не понял. Стоп, что произошло? Ты нас почти убил. А она в воде тоже убивает. Это было быстро. Я подхожу, ведро падает. Ты что? Зачем оно падает? Нам надо наверх. Нам надо смотреть по прямой. А в чем подвох? Сверху бабайка. А, нам надо на правую видишь, сторону. Видишь, в центре штучки такие. За них можно цепляться. Ага. Вот. Ну, наверное, все легко, значит, мы сейчас летим туда и все. Да, конечно. Ясно. Я не успела. Ты готова? Нет. Пошли. Не прыгай, не делай ошибку, как я. Она, оказывается, не пролетает там. Я не прыгаю. А... Смотри, я ее отманиваю. А, я плавать же могу, точно. Но я умер. Ага. Я не пойму, а как дальше? Ну вот здесь мы ведро вот это роняем. Так. На ту сторону. Ты жива еще. Я не могу. Слушай, ну вообще... Беги, я плыву пока. Стоп, а в чем подвох? Я не понял. А нельзя там пропрыгнуть, нам, слушай. Смотри, нам нужно дождаться, похоже, пока колесо докатится. Нам надо прыгать здесь, пока оно не докатилось. Наверное. Прыгай, в общем. Я помер. Все, ты тоже померла. Все, падело понятно. Быстро. А долго оно катиться-то будет вообще? Ай, ну что ты прицепился, так и не отцепляешься. Оно, похоже, долго будет катиться. Дурацкое колесо, но... А? Я помер. Жуть какая. Здесь надо цепляться к одному, наверное, кому-то. И кому-то вот этим заниматься, потому да, что... Да, потому что получается рассинхрон какой-то дурацкий. Там еще не очень понятно, кто прыгает. Подтягивайся. А... Все, поздняк. Как бы, может, успела бы даже. А, ты прицепилась. Я за тебя болею. Колесо, ну давай уже. Пните его кто-нибудь. А, вторая. Ну да, она сверху. Колесо его разбудило. Бабайку этого. Давай, 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 давай. Ты молодец. Желтенькая. Опять девочка же. В юбке, да, длинная прям. Ну да. А прикинь, какой хаос был бы, если бы мы вдвоем были, тут еще две этих. Ну да. Ну что, дальше? Теперь. Плюс она переагривается в зависимости от того, кому ближе. Резко может переключаться. О, это на две... Ну, в смысле, средняя, короче, сложность уже. Пошли дальше. Ну, потом испытание проходим. А где я? Я не вижу. А, я в тебе же. Прицеплена ко мне, да.